энергия у вас ваша сохранялась, ваш прекрасный вид тоже, чтобы был всегда достаток, здоровья вам, здоровья всей вашей семье. И вот такой скромный подарок от холдинга вам хотим вручить. И еще, конечно, среди журналистов. Виталий Шайфулин родом Читинской области. В 1964 году его семья перебралась из Ангарска в Кызыл. Пошел в школу номер один, где в шестом классе начал делать первые фотографии. В 1966 году он посещал фотокинокружок, которым руководил корреспондент газеты «Тувинская правда» Гавриил Сиротин. В то время юный школьник даже не предполагал, что его жизнь будет связана с фотожурналистикой. Переехали сюда в 1974 году и сразу же я устроился, побеседовав с редактором Александром Александровичем Доржаем в газету «Тувана Нектары». После этого, через 2 или 3 года перевели меня в редакцию «Тувинская правда». А затем открылась в 1978 году газета «Молодежь Тувы», и меня пригласили туда, и я пришел работать. В 1985 году Виталий Шайфулин устроился в газету «Центр Азии», а с 1999 года начал работать в пресс-службе Тувинского парламента. В 2007 он начал трудиться в пресс-службе правительства республики, где провел 10 лет до 2017 года. Сегодня Виталий Андреевич работает в холдинге «Тыва Медиа Групп», куда его пригласили в 2019 году. С Виталием Шайфулиным я начала работать еще в газете «Молодежь Тувы» в 1987 году. Мы ездили в командировки, он снимал людей, природу, и уже тогда он проявил себя как необыкновенно талантливый человек, коммуникабельный, приятный. Виталий Андреевич, с днем рождения, счастья, здоровья. Виталий Андреевич Шайфулин у нас в газете «Тыва Нектары» долгое время работает. Мы с ним сотрудничаем. Он очень ответственный человек. Всегда свои фотографии перед выходом на печать проверяет сам лично, обрабатывает. И как человек он очень добрый, отзывчивый, всегда приходит на помощь. Виталий Шайфулин отметил, что каждая сделанная им фотография, неважно, что на них изображено. Близкий сердцу человек, красивый пейзаж или милый четвероногий питомец. Целая история. Если я их пережил, а не просто снял между делом, как, например, на пресс-конференции какой-нибудь щелк и все. А когда вот делаешь какой-то репортаж, даже со стройки, например, то есть это запоминается на какое-то короткое время. Восторги по поводу какого-то особого снимка, я бы не сказал, что и есть, но можно вспомнить какие-то выставочные работы. Фотоиллюстрации Виталия Шайфулина на протяжении многих лет украшают и дополняют журналистские материалы газет и интернет-изданий. Инна Клоян, Чехан Данга, Казамат Ачур, телеканал Тува-24.